Инквизитор призыватель уже близко. Но я должен предупредить тебя, путник. Этот мерзкий некромант больше не питает любви к живым. Пофиг, я здесь, чтобы убить его. Говорят, он уподобился своей нежити, утратив остатки человечности. Ты готов, путник? Да, сделаем, что должно. Уверена? Увереннее некуда. Если хочешь, можем уйти. Что? Нет, пошлёт. Вот он! Уничтожь это отродье, избавь светлолесье от зла! Путник, ты все же нашел мой круг призыва. Ты ответишь за кражу тел добропорядочных граждан Ханнивуда. А вы за то, что прервали мою работу. Что ж, приспешники, восстаньте! Как я и сказал, вы заплатите за то, что прервали мою работу. Приспешники, восстаньте! Тебе хорошо? Мне хорошо. Хорошо ли мне? Мне отлично. Я напущу эпидемию нежити на этот мир. А теперь, приспешники, восстань! Давай, ты справишься. Не позволяем видеть тебя таким, не позволяем видеть тебя таким. Ты самый ужасающий некромант на земле. Возьми себя в руки, ты справишься. Давай, давай. Вот так, вот так. У тебя непереносимость мертвецов? Нет, я их обожаю. Мои прелестные творения. Смотри, я докажу. Подойди ко мне. Хозяин, любите меня. Отвали, убери руки, кусок говна. Забавно, а как же ты захватишь мир, если тебе противны собственные создания? Нет, они мне не противны! Я смогу! Я захвачу мир! Ханнивуду ничего не угрожает! Некромант — обыкновенный мошенник! Я не мошенник! Да, ты неудачник! Не-не-не-не-не-не-не! О, господи, отвалите! Уйдите! О, вау! Это потрясающе! Ты глянь! Господь всемогущий, не приближайтесь! Бегает! Да ты легко с ним справишься! Ты глянь! Перестань смеяться! Инквизитор призывателя, может, инквизитор призасатель? Нет! Я ужасающий! Ты отстой! Точно! Инквизитор сыкло! Довольно! Я инквизитор призыватель, самый ужасающий некромант во всем Азериме. Я напущу чуму ужаса и смерти на эти земли. Теперь восстаньте, приспешники! Восстаньте! 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 Еще раз спасибо, герой, что помог забрать урожай чеснока у бандитов из Дарквуда. Что б я делал без тебя? Ох, теперь чесночному фестивалю Ханнивуда ничего не угрожает. Жители города отблагодарят тебя, путник. А меня нужно проводить домой, где я начну подготовку к фестивалю. Ты куда, путник? Меня нужно... Путник! Ах! Путник? Да, красивая шляпа, но может вернешь меня домой? И я начну подготовку? Путник? Ты чего? Оставишь шляпу? А, мне надо домой! А, зашибись, рыбалка. У нас ведь полно времени, можно и порыбачить. Здорово. И правда, зачем чесночному фестивалю чеснок? Путник, нужна твоя помощь. А? Спасибо, что откликнулся, путник. Понимаешь, я потерял молот моего деда где-то между этим местом и Шмаганрогом. Ты знаешь дорогу? А Боджер, у него уже есть квест. Очень важный квест. Знаю. Знаешь? Это чудесная новость. По пути в Шмаганрог есть куча мест, где я мог его обронить. Но сначала тебе нужно посетить Алдеркип. Боджер, ты не понял? Он уже занят. Так ведь, путник? Когда доберешься в Алдеркип, разыщи верховного паладина Рондо. Он проводит тебя в рейв. Окей, путник, нам нужно отнести этот чеснок на фестиваль чеснока, и это гораздо важнее. Если ни в Алдеркипе, ни в Рейфе не будет молота, к сожалению, останется только один вариант. Тебе предстоит пройти километры, 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 километры,
Километры, километры, километры, километры, километры, километры, километры, километры, километры. Сквозь пустыню отчаяния. Ты согласен? Так, Боджер, он никуда не согласен, ясно? Потому что он уже обещал помочь мне с моим квестом, и мы как раз его заканчиваем, верно? Я согласен. Черт! Спасибо, герой. Что ж, время не ждет, ты должен поторопиться. О, привет, Грег. У тебя что, тоже был квест? Да. Ты ведь знаешь, что был. Да если б я знал, то не дал бы ему такое длиннющее задание. Ты это специально. О, нет, тебе придется тащить все это, всю дорогу. О, нет. Тебе вернется. Удачи, Грег. Да, откуда у тебя такой клифт? Грабанул кое-кого. Вот о чем я и говорю. Точно? Да. Да, мы всех ограбим. Берегитесь. Берегись. Мы идем. О, эй, мы должны ограбить эту старушку. Да, да, о. Нет, нет. Только не я. Шо? Почему? Ну? Это моя бабуля. И шо теперь? Она воспитывала меня, научила всему, что я знаю о грабежах. Но тем более, она в игре, она в теме, давай ограбим ее. Ой, да брось, она маленькая, беззащитная, хрупкая старушечка. Это доказывает мою правоту. Она беззащитная, она хрупкая, и у нее наверняка полно денег. О, да, она очень богатая. Она всю жизнь грабила людей. Ну так давай ограбим ее. Нет! Я люблю ее! Что? Что? Эй! Что? Эй! Что? Кто мы? Мы грабители? Да! 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 А что? Что грабители делают? Они... Да! 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 Скажи! Грабят людей! Да. Грабят! Так что... Так что? Да? Давай, ограбим ее! Прости, бабуля! Ну хорошо. Посмотрим. Ничего себе! Да ладно! Я ищу того, кто поможет мне спасти Алдеркип. Мне нужен смелый герой, который поможет спасти Алдеркип. Неужели никто не откликнется и не поможет спасти Алдеркип? Я тут. А, привет, путник. Да-да-да, пропустить, пропустить, пропустить. Объединим наши силы и отправляемся. Да, здорово, принять. Отлично. Меня зовут Верховный... Да-да-да, давай, пошли. А, тогда поспешим в Алдеркип. Да-да-да, пару секунд. Алдеркип пал жертвой богопротивного зла, который угрожает всем живым душам, обитающим там. Да-да-да, держи. Я боюсь, что уже слишком поздно. Но если поторопимся, то успеем спасти Алдеркип. Ага, да-да. Я посвятил всю жизнь подготовке к этой битве. Я готов продемонстрировать свои навыки. Я уверен, что только вместе мы сможем освободить Алдеркип из лап нечестивых. Я и ты, партнеры, абсолютно равнозначные. И я, бро, вместе навсегда. Я счастлив быть в команде с таким великодушным и опытным героем, как ты, путник. Ну что ж, думаю, что это все. Отправляемся в Алдеркип. Ой, подожди, я не заметил тех ящиков. За мной. Как скажешь. А, привет, путник, и добро пожаловать в Ханивуд. Спасибо, у меня тут кое-что на продажу. Конечно, буду более чем счастлив помочь. Здорово. Ну что ж, посмотрим. Граждане Алдеркипа будут воспевать твое великодушие. А, это все? А, о, вообще-то... Теперь все. Выйти из группы. Слава Алдеркипу! Ты в порядке? Лучше не бывает! Значит, ты в одиночку играешь? Мне нужно качаться, я постоянно от тебя отстаю. Тебе нужно почаще играть. Может, тогда прыгнем в глубины Мёргала и покачаемся?
А, да, я только заберу голду у NPC, с которым у меня отношения. Ты что, смогла закадрить Грега, чесночного фермера? Да, на самом деле это несложно, просто дари ему камушки, цветы и всякое. Круто. О, любимая, ты вернулась. Да, вернулась. О, я так скучал, наконец-то ты вернулась домой после своих приключений. Да, да, да. Как дела у нашего магазинчика? Дела идут очень хорошо. Я продал много товаров путникам, и теперь у нас полно золота. Потрясно, молодец, давай сюда. Разумеется. Но перед этим я написал тебе стихи. Боже правый. Твои глаза сияют ярко, когда сердце замирает, я знаю, ты так далеко. Пропустить. И мы две половинки. Пропустить. И я любить тебя буду. Всегда. Пропустить. А теперь любовная песня. Пропустить. Любовь моя, как река. Пропустить. А сердце ранимое мое. Пропустить. Увидаю тысяч. Пропустить. Люблю тебя сильно, люблю тебя, правда. Пропустить. Пропустить. Теперь ты знаешь, как сильно я тебя обожаю. Да-да-да, да-да. Просто давай денежку, о которой мы договаривались, я ее заберу. Конечно. Оу, а прежде чем ты уйдешь, может, побудем немного вместе? Отдохнешь от своих приключений? Я бы хотела, но... У меня там еще дела, так что... А, значит, ты забрала золото и уходишь? Ну зачем ты так? А я думал, ты и правда меня любишь. Люблю! Еще как! Правда? Да, ага. Ну ладно. А иногда я представляю, как мы стоим здесь и разговариваем, и я дарю тебе, дарю камни... И цветы, и всякое. Квестовые предметы. Она постоянно о тебе говорит. Да. Эх, скорее бы. Но я нужна там, этому миру, чтобы сражаться с армией Шмагенрога и спасать твоих овец, которые разбежались. Они это постоянно. Понимаешь меня? Теперь понимаю. Боже, как же я тебя люблю. Спасибо. Я люблю тебя. Да... Я тебя люблю. Я уважаю твои чувства. Люблю тебя. Получила, расписалась. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Хах, это такое облегчение, я уже стал беспокоиться, что тебе от меня нужно только золото. И наши отношения — это ложь, построенная, и она ушла. Вот блин. За мир в королевстве. За короля. За мир в королевстве. Я слежу за тобой. Глаз с тебя не спускаю. У тебя что, рука лишняя, сынок? За мир в королевстве! За короля и отечество! За мир в королевстве! За короля! Ну, вот она! Граница с Рейфом! Именно здесь, что... О, нет! Орк напал на юную деву! На помощь! Помогите! Предоставь это мне, Боджер. Эй, уродец! Да, ты. Может, выберешь кого-то своего размера? Герой. Будь знать. Миледи, вы в порядке?
Да, спасибо, храбрый путник. Всегда пожалуйста. Не стоит благодарности. Я член Ордена Света и поклялся честью защищать каждого попавшего в беду. Боюсь представить, что случилось, если бы не вы. К счастью, мы этого никогда не узнаем. Ведь я здесь и сделаю все, чтобы помочь. Проводите меня домой. Я шла за продуктами, когда орк напал на меня, и моя бабушка будет сильно волноваться, если я задержусь. Молодец, герой. Давай вернем ее домой в целости и сохранности. Еще ужасные монстры! Ты и я, герой. Братья навсегда! А, черт! Защити меня! Ах, сраное управление! Давай, герой, атакуй их! Да что ж, как же я? Защити меня! Давай, герой! Вот оно, так. И я! Проклятие, черт! Нет, не круговая атака! Защити меня! Давай, герой, атакуй их! Повелители огня поглотят эти земли. Он едва живой. Едва живой, давай же. Не облажайся. Эки, а как тебе такое? Да! Наконец-то! Наконец-то я тебя победил! Так много попыток! И я винил в этом свой пинг, но наконец-то... Ты мой! И вместе... Мы наконец уничтожим орков! Шмаганрога! За дело! Моя жизнь в твоих руках. О. В чем дело, повелитель? А, да не, я просто... Думал, ты будешь... Что будешь? Выше. О. Хорошо, Мой огонь в твоей власти. Да, да, огонь, здорово! Сильнейшие заклинания! И с этой темной магией мы уничтожим орков Шмаганрога! А, твоя первая жертва. Фарзель, повелитель огня. Вы начальник легионов ада. Обрушь метеор. Как прикажете. Это так разочаровывает, я... Бесит! Сраная срань! Оу... Мерзость. О, какой же мерзкий городишко, посмотри на озеро, оно ужасно! Ханивуд, это помойка, настоящая дыра. Зачем кому-то хотеть здесь жить? Мне было бы стыдно жить в этой жопе мира. Местные крестьяне, наверное, так несчастны, Грег! О, нет! О, нет, Грег, нет! Ты... Ты слышал все эти ужасные вещи, которые я говорил, не так ли? А, привет, Брадун. Грег... Ты слышал мои размышления? Надеюсь, ты не слышал тех ужасных вещей, что я говорил о жителях Ханивуда, что они все отвратительные, вонючие, уродливые крестьяне. Ты же этого не слышал, да? О, нет, Грег. Нет, Брадун, я ничего не слышал. Ох, Грег, прям гора с плеч. Слава богу. Оу! Как долго он тут? О, нет, давай уберем его. О нет, как неловко. Ну вот он больше тебя не обидит, Грег. Знаешь, ты настоящая заноза. Что? Да. А еще ты высокомерный.
и самовлюбленный. И, откровенно говоря, ты злой. Нет, я не такой, Грег, я верховный волшебник. Я воплощаю все хорошее и справедливое в этом мире. Все великолепное и все прекрасное. Тогда зачем ты сюда возвращаешься? Ты о чем? Если ты весь такой могущественный и волшебный, зачем ты приходишь в Ханивуд и достаешь меня? Ну, сюда идет путник. Мне пора. Портал возвращения! А, привет, путник, и добро пожаловать в Ханивуд. Чем могу помочь? Конечно, расскажу все, что знаю. Ах, верховный волшебник Бородун, хорошо. Итак, он верховный волшебник, очень могущественный. Но по факту он лучший из лучших. Следующий вопрос, пожалуйста. А, снова Бородун. Ладно, не знаю, чего ты хочешь от меня услышать. Я простой чесночный фермер, а он верховный волшебник. Говёный чесночный фермер. Он верховный волшебник. Он суперволшебный, суперсильный. Расскажи, как я победил всех орков. Однажды победил целую армию орков. Продолжай, Грег. И предотвратил вторую войну. А еще изгнал шмаганрокского дракона, вот такой он крутой. Он просто... лучшее, что... Грег, расскажи ей, какой я скромный. Он бы не хотел, чтобы я хвастался этим, потому что очень скромный. Скромность — мое второе имя. Вот такой Бородун. Блять! Ладно, я... Давай о моей красоте, Грег! Бородун, он хорош, велик, силен, скромен, побеждает всякое, изгоняет всякое. Такой наш Бородун. Ясно, теперь ты все знаешь. Хоть думай, о чем спрашиваешь. О, Грег. Грег. Я и не знал, что ты обо мне такого мнения. Ты знаешь, что я должен так отвечать. Слушай, Грег. Я бы хотел извиниться. Я понимаю, что относился к тебе плохо последние десятилетия, полагаю. Хорошо. Я бы хотел, чтобы у нас была хорошая дружба, хорошие отношения. Окей, вау, спасибо. О, как долго он тут! Пальчик снова вышел погулять, успокойся, плохиш. Он тебе не нравится? Не нравится, Грег? Клетку его. Теперь он тебя не обидит. Нет, он еще тут. Держи. Отвали, Бородун. Привет, два путника в подземелье Темнолисья. Характеристики. А, да. Вы, ребята, были сегодня в других подземельях? А в каком смысле? Вы сегодня были в других подземельях? Нет, это наш первый рейд. За сегодня. Да, верно. Уровень шмота? 189. Ну, а мой 207, как здесь и написано. Неважно. Класс и спек. А воин ДПС. Охотник ДПС. Круто. Круто, круто. Наконец-то дождались. Точно. Говорят, с босса падает чумовой лут. Правда? Да. Поглядим. О, да. Так ты пропустишь нас? Чувак, мы можем войти? Нет мест. Но мы стоим здесь уже час. Это бред. Мы просто хотим в подземелье. Дамочки. Проходите. Что? Что? Нет. Это что, ты сказал, что мест нет? Нужны целители. А, нужны целители. Нужны целители. Забавно. Да, мы здесь типа граждане второго класса. Мужчины. Стив, здоров. А, это что? Ты же сказал, что нужны целители, опускаешь вот этих. Они танки. Танки тоже нужны. А, кажется, я все понял. Все стало ясно. Ты ненавидишь дамагеров. Ты ненавидишь дамагеров. Признайся, ты нас ненавидишь. Заставляешь всех нас мерзнуть тут и пускаешь только целителей и танков. Ты классист.
Он классист. Тебе должно быть стыдно. Больше так не делай. Этот парень проверил наши статы, проверил уровень шмота. Это все спектакль, как будто он собирался нас впустить. Но не собирался. Не собирался. Знаешь почему? Он ненавидит дамагеров, не так ли? Да, да. Ну да. Же, признайся. Признайся. Последнее предупреждение. Не трогай меня. Ну тогда впусти нас. Да. Впусти нас. Впусти нас. Впусти нас. Впусти нас. Впусти нас. Впусти нас. Давайте вместе, парни. Впусти нас. Этот парень ненавидит ДПС. Впусти нас. Я буду жаловаться. Впусти. Я хочу поговорить с управляющим. Да. О, ага. Смотри, как он испугался. Испугался. Напрягся. Ну что, что теперь? Че, мужик, напрягся? Оу. Я извиняюсь. Это что, темно? Ой, нам же в глубины морга. Да, точно, это мы, пожалуй, пойдем. Хорошо, спасибо, бро. Удачи, мужик. Вы, парни, следующие. Спасибо. Давайте. Спасибо. А мы, пожалуй, пойдем. Прости, мужик. Еще успеем сходить. Да, в другой раз. Да. Это здесь, путник. В последний раз Юджин был здесь перед тем, как таинственно пропал. Ты единственный, кто способен разгадать эту загадку. Значит, он пропал несколько дней назад. Верно. 3 дня назад он ушел за ежевикой и не вернулся. Без твоей помощи, путник, нам его не найти. Может, осмотришься в поисках подсказок? Хорошо. Люблю добротные загадки. Что ж, поехали. Подсказки, подсказочки. Вам не спрятаться от меня, я настоящий профи. О, путник! Чего? Это что, подсказка? Вон там, между деревьями. О, спасибо. Знаешь, мне не нужна твоя помощь, я сам разберусь. Так что это все хорошо. Так, ежевика. Значит, он точно был здесь. Но куда пошел? Должно быть что-то еще. Путник! Кажется, я нашел еще одну подсказку. Там, в дереве! Да, да, еще одна подсказка, которую ты мне запорол. Буду признателен, если ты помолчишь, потому что я и сам справлюсь. Посмотрим, что это. Ты, главное, тш. Так, похоже, это стрела орков. Она порвала ткань, испачканную ежевичным соком. А ежевичный сок... Смотри, еще подсказка! Так, хорош! Прекращай! А что? Я вполне способен самостоятельно найти подсказки, ясно? О, я думал, вы оцените мою помощь. Ну, а я не оценил. Я уже дважды сказал, мне не нужна помощь, я сам справлюсь. По-твоему, я тупой? А, прошу меня извинить. Окей. На чем я там? Ты собирался? Тихо! Ежевичный сок. А, ясно. Веревка. Понятно, итак. Он собирал ежевику. На него напал орк, связал и утащил куда-то. Но куда? Если я проанализирую все подсказки, принимая во внимание факторы, я уверен, что смогу узнать. Он должен быть... Твою мать! Молодец, спутник! Ага, спасибо. Тушите огонь! А, привет, путник, и добро пожаловать в Ханивуд! Тащи! Тащи еще ведра! Укрепите защиту! Мои овцы разбежались. Если ты найдешь их, буду весьма признателен. Не знаю, сколько я еще смогу их сдерживать! В последний раз я видел их у реки. Было бы неплохо начать поиски именно оттуда. Господи, их целое полчище! О боже, отец всемогущий, помоги! Если ты отыщешь их, я дам тебе 5 серебряных. Удачи! Прощай, герой! Доброго пути! Ну привет, Скайкрафт. Давно не виделись. А где я? О, вау, что я делаю в самом углу карты? Неважно. Итак, путник, мы должны действовать быстро. Нам было непросто добраться сюда, но остался еще один кусок головоломки. Какой головоломки? Вот именно. Встретимся на опушке, когда ты завоюешь его доверие. Стой, кто, что, чье доверие? Главное, помни, не все говорящие говорят. Что говорят? Не все ищущие уже бдят.
Удачи, путник. Постой, чего, что? Да стой ты, кого я должен найти? Чье доверие я завоевываю? Ох, блин, что же я делал в этой игре? А, может, стоит заглянуть в журнал заданий? Escape? Тогда Tab? Тогда, может, Q? Флип-флоп. Они забиндили флип-флоп на Q. Вместо чего-то важного теперь флип-флоп. Зашибись. А D как дневник? Что? Нет, ну нафиг. Буду следовать за маркером квеста. Там и узнаю. Вот так, вот так. Путник, ты все сделал? Сделал что? Завоевал его доверие. Чье доверие? Господи, слишком поздно. Береги себя, путник. Да что ты несешь? Что я делаю? Так. Герой, поверить не могу, что до этого дошло, но сейчас или никогда. Ой, ну нахер. Стой. Куда он делся? Подумать только, а ведь он уже начал завоевывать мое доверие. Я до магазина пойду, тебе что-нибудь нужно? Да, не парься. Аки, я быстро. О, приветик. Что? Бен! 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 Что? Что такое? Я не могу погладить собаку. Чё за дела такие? Оу, Не знаю, наверное, этого нельзя сделать. Как это? Ну, видимо, они не прописали эту возможность в игру, поэтому... Что есть, то есть. Невозможно добавить собаку в игру и не дать ее погладить, что ты несешь? Полагаю, они об этом не думали. А, ну понятно. Я могу понюхать цветочек, ударить колокол, но не могу погладить собаку. А чего ты от меня-то хочешь? Это невозможно, мужик? А я тебе докажу. Роуэн, что ты делаешь? Роуэн, ты не сможешь ее погладить. А вот и смогу. Воу-воу-воу-воу, Роуэн, Роуэн, завязывай, пока ничего не сломалось. Черт. Роуэн? Роуэн, хватит. Роуэн. Хороший мальчик. Вот так. Ты хороший мальчик. Да, хороший мальчик. Видал? Сказал же, что поглажу. Черт, какой сложный босс. Стрелы кончились. Это что, гномская граната? Он лечится. Это мой шанс. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Ха-ха! Я победил! Так-то! Что у нас там по луту? Ну-ка... Так... Погоди, что?
Я не туда нажал, что ли? Чувак, где лут? Чувак, эй, поднимайся! Вставай, кусок говна! Что такое? О, гаюшки! Это что за дела? А? Оу! Это все твоя добыча! Награда за мое убийство! Да, но где все остальное? О чем ты? Обо всем об этом я хочу забрать их! Оу, нет-нет-нет! Твоя награда! Это две мои стрелы и мой охотничий шарф! Чушь собачья! Ты метал стрелы и швырял чертовы гномии гранаты налево и направо! И это все, что от тебя осталось? Да, я... Я все использовал. А вот и нет, там еще осталось. Что? Что это, по-твоему? Оу, ничего. Я вижу их собственными глазами. Это гранаты. Я покажу. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А что насчет этой брони? Какой брони? Оу, ты о моем шарфике? Не нужен мне твой шарфик, я хочу все это, дай мне! Послушай, я уже дал тебе две стрелы и мой охотничий шарф. Так, быстро, давай все, давай. Нет. Дай хотя бы сраных зелий. Нет. Отдай свой меч. Нет. Тогда лук. Не отдам. Нет. Дай. Нет, это мое. Давай уйди. Сюда. Нет. Не смей перерождаться. Не смей перерождаться. Нет, нет. До встречи. Кусок дерьма. Здорово! Сукин сын! Бенджамин Бандели, король бандитов, снова победил! Ох, подружечка, я так рад, что ты наконец установила эту игру. Я в ней часами зависаю. Итак, это Ханивуд, мой любимый город в игре. Давай проведу экскурсию. Хорошо, давай. Окей, ну что ж. Первого, кого ты встречаешь, это чесночный фермер Грег. Его задание обучающее, но иногда он... Оу. Эй! А у меня ведро? Да, у тебя ведро. Окей. Урок первый. В игре есть система репутации. И совершая подобное, например, воровство, ты понижаешь свою репутацию до плохой репутации, а плохая репутация делает игру сложнее. Например, закрывается часть квестов. У меня ушло много времени, чтобы сделать свою репутацию идеальной. Прости, я не знала. А, да ничего, ничего. А, итак. Как я уже сказал, это Грег. Его задание обучающее, но иногда он... Какого? Ты мне не нравишься, вы оба мне немножко не нравитесь. Да ладно тебе. Окей, я не знаю, зачем ты это сделала, хотя я просил ничего такого не делать. Окей. Твоя репутация снова упала. Если она упадет еще ниже, то стража нападет на тебя, и я не смогу тебе помочь. Хорошо, значит, в этой игре у действий есть последствия. Прямо как в реальной жизни. Да, верно, как я и сказал. Хорошо, у меня идеальная репутация. И если стража нападет на тебя, я не стану ей жертвовать, чтобы тебе помочь. Тебя отымеют, а я буду стоять и смотреть. Справедливо. Все понятно? Да. Хорошо. Ладно, продолжим. Окей, а здесь у нас Юджин. Он немного бесячий. Эй ты, какого хрена ты делаешь? Наказание для убийцы, лютая смерть. Тебе конец. За мир в королевстве. Помоги мне. Нет, сдохни, душегуб. Пожалуйста. А я ведь предупреждал тебя. Я же умираю. Пожалуйста. Не, я не стану жертвовать своей репутацией. За мир в королевстве. Умоляю. За мир в королевстве. Убийца. Убийца! Да, прощай, моя идеальная репутация. Эй ты! Эй ты! Эй ты! Убийца! О, ты глянь, еще стража! Зашибись! Убийца! Наказание за убийство, лютая смерть! Добро пожаловать в мою скромную фруктовую лавку, путник. Сегодня у нас бананы по хорошей скидке. Да, сколько за 5 бананов? Для тебя, славный герой, 2 золотых. Добро. Теперь они... Закончить. Гробовато. Добро пожаловать в мою скромную фруктовую лавку, путник. Сегодня у нас бананы... 5 бананов. Вообще-то я еще не договорил. Они сидят по хорошей скидке. Пропустить сколько с меня? Вау, еще один грубиян. Стос, думаю, могу отдать их за... 4 золотых. Добро.
Теперь они помогут закончить дело. Сегодня все немного грубияны, не так ли? О, если впереди долгий путь, нужна морковь для лошади. О, точно, может, и мне возьмешь штук 20. Да, не вопрос. Ура, ты вернулся! Добро пожаловать в мою скромную фруктовую лавку. Пропустить, 50 морковок. Вау. Хамоватый ты коротышка, однако. Но я уверен, что смогу найти ее для тебя. Дай мне только проведать твою дорогую жену. Фреда! Нет, пропустить, пропустить. Просто дай мне моркови. Могу я быть с тобой откровенным? Ты начинаешь меня немного выбесывать. Боже, что за NPC в этом городе? Давай поживее. Может, для тебя я и скромный торговец с фруктами, но у меня еще осталось немного достоинства, черт возьми. Так что поищи свою морковку. Где ты еще? Господи, у меня нет на это времени. Или ты дашь мне морковь, или я сам ее заберу. Ты не посмеешь. Хочешь проверить? Ну давай. Вообще-то я бы не стал. Что? Почему? Мне плевать на репутацию. Не, дело не в твоей репутации. Этот NPC гораздо сильнее, чем кажется. Этот? Торгаш фруктами из Ханнивуда? Серьезно, он гораздо сильнее, чем ты думаешь. Чувак, я 60-го уровня, я орков пачками кладу, уж тем более этого говнюка. Предупреждаю, мужик, я бы этого не делал. Теперь мне любопытно. Ах, черт. Ты ударил меня? Да, да, как тебе? Задохни, сраный ублюдок! Ох, мать моя! Ты с ним? Не-не, я не. Точно? Сам по себе, я сам по себе. Не. Мод фруктов? Не, спасибо, я покушал. Банантиков? Не-не, я, пожалуй, пойду. Беги, пока не проголодаешься. А, привет, путник, ты как раз вовремя. О, чем помочь? Нужен герой, который спасет Ханнивуд. Ладно, что нужно делать? Поднять это полено. Вот это полено? Да. Лежащее в двух шагах от тебя? Умница. Как это спасет Ханнивуд? Это ради детей. Но как? Ну, это согреет их, согреет детей. Что? Но почему ты сам его не поднимешь? Ну я занят. Чем? Собираю тут дрова, складываю. А, значит, ты занят сбором дров, чтобы собирать дрова. Да. Нет? Что нет? Я не стану поднимать полено. Ясно, плевал ты на детей. Мне не плевать на детей. Мне плевать на тебя и на это дурацкое полено. Ладно, эгоист. Забудь. Значит, и на награду тебе наплевать. За этой наградой есть? Ну, конечно же, есть. Какая? Вау. Ну же. Сколько там? Все, что тебя беспокоит, да? Не дети, только награда. И все. Хорошо, знаешь что? Ладно, смотри, смотри, смотри. Отлично, спасибо. Было несложно, правда? Именно, что несложно. Здорово. Ступай. И? Что? Моя награда. Боже ты мой. В целом, этого и следовало ожидать. А чего ты... Забей. Что? Да, не парься. Что? Но чтоб ты знал, ты отстой. Среди всего, что здесь есть, ты худшая, наихудшая. Спасибо, герой. Привет, Грег. Привет, Фред. Как дела? Хорошо. Хотя... Так тебе. Да, в чем дело? Да, ерунда, просто моя дочь пропала. Чего? Да, утопила стая волков, ерунда. Что, ты серьезно? Да, ее мать в истерике. Да уж, конечно, она в истерике! Да, типичная мамаса. Почему ты здесь? Почему не ищешь ее?
Я жду путника, который сделает это за меня. Но что, если никто не придет? Нельзя просто... О, вот как раз один. О, путник! Путник! Что произошло? Прошу, моя маленькая дочка играла ночью, и ее утащили волки. Господи, что мне сделать? Волки бродят на окраине города. Пожалуйста, спаси ее. Принимаю. Умоляю, не теряй времени, путник. Я понял. Изи-пизи. Кто это? Не знаю. Ты послал неизвестного спасти свою дочь? Да, почему нет? Это же твоя дочь! Ее, блин, хреновы волки утащили! Может, она уже мертва? Чего ты такой возбужденный? А ты почему такой спокойный? Это то же самое, когда ты даешь спутникам свои задания. Я прошу их найти заблудших овец! А это твоя дочь! Что, если он забудет и пойдет по своим... А, вот они! Ты же мой маленький ангелочек! Папочка! Слава богу, ты в безопасности! Спасибо, путник. Без тебя я бы не справился. Папочка, можно поиграть в пещере кошмаров? Да, валяй. Вот и все. Король бандитов мертв. Посмотрим. О, зелье, отлично. Молодец, спутник. Я знал, что ты сможешь его победить. Да, вот если бы мне еще помогал самый могущественный колдун, но... А теперь потяни за рычаг и войди в тайный храм. А, хорошо. А какой тайный храм? А теперь потяни за рычаг и войди в тайный храм. Какой рычаг? Где он? А, полагаю, я сам должен его найти. Ладно. Хорошо. Потяни за рычаг и войди в тайный храм. Извини, какой рычаг? Потяни за рычаг и войди в тайный храм. Черт, Окей. Это не вроде ключа на теле. Где-то здесь? Нет? Нет? Я что-то упустил? Потяни за рычаг и войди в тайный храм. Где? Где храм? Это что? Не то. Это один из тех рычагов, которые находятся в соседнем городе, или он где-то здесь? Где рычаг? Какой рычаг? Извини. Может быть, я пропустил какой-то вариант диалога или типа того? А теперь потяни за рычаг и войди в тайный храм. Да нет. Похоже, что это все. Потяни за рычаг и войди в тайный храм. Ой, нахер, я загуглю, чушь какая-то. Тайный храм короля бандитов. Так. Что? Он на дереве за Бородуном? Искомый рычаг на дереве. Что, где? О! Что? Это что? Как? Эй! Где? Погоди, вот эта писюлька? Вау, как очевидно. Молодец, спутник. Теперь войди же в тайный храм. Какой отстой. А теперь, зритель, подпишись на Viva La Dirt League и лайкни видео. И посмотри наши другие видео. А теперь у тебя появились варианты диалога. Да, у меня всегда есть варианты диалога. Но тебе они недоступны.